Итак, к вам пришел клиент с рваными контурами на губах. Ну, конечно, как всегда, и форма оставляет желать лучшего в этом случае. И вы не знаете, что делать. Всем привет, меня зовут Елена Нечаева. И 3 ноября на вебинаре о всех зонах, о коррекции на всех зонах, на бровях, губах и веках, я расскажу вам, как работать быстро и правильно. Если, например, на губах контур ярче, чем все остальное, то у вас есть, как всегда, два варианта работы. Это первый вариант – пройтись ремувером, например, пустой иглой или лазером, чем владеете, для удаления, осветления этой ошибки. И внимание, обязательно убедитесь, что пигмент на губах не поменяет цвет. Потому что часто инверсия цвета от лазерной коррекции, это когда розовый становится серым, доставляет клиентам максимальный дискомфорт, потому что ходить полгода с серым контуром на губах никто не захочет. И, конечно, клиент должен об этом знать. Кстати, наши пигменты так себя не ведут. И в случае ошибки они очень легко удаляются лазером, они просто бледнеют, не меняя цвет. Идеально. Второй вариант – это прокрасить все губы плотно, помадно, для того, чтобы скрыть разницу между вот этим контуром и плохо прокрашенной серединкой. И, ну, конечно, поправить форму тоже. Также можно сделать контур с растушевкой, создав градиент от внешнего контура к слизистой. Но это только в том случае, если на губах нет пятен, если вы их не насажали на первичной процедуре. Ссылка на вебинар в описании к этому видео. Всех жду в онлайне. Всем пока!